Так, слышно меня? Здравствуйте. Здравейте. Аллилуйя. Я хотел сегодня продолжить. Искам днес да продължа. Тему. Моята тема. Восстановление скинии падшей. Възстановяване на скинията. Вам понравилась прошлая тема, в прошлое воскресенье? Хареса ли темата от предната неделя? Я думаю, что это очень важная тема, и мы как раз вот после праздника Шавуот, после праздника Пятидесятницы. Мисля, че това е много важна тема, тъй като след праздника на Шавуот, Пятидесятницата. Почему это так важно? Защо е толкова важно? Потому что Бог со своей стороны, Он Духа Святого пролил. Защото Бог от своята страна е пролял Святия Дух. Аминь или не аминь? Аминь. И как написано, на всякую плоть. И както пише, на всяка плът. Ну вот человечество в какой-то степени оказалось не готовым. Но человечеството се оказало не готовым. Принять во всей полноте. Да приеме в цялата полнота. И до сих пор. И до сега. Дух Святой он до конца не достиг. И сега Святия Дух не до края достигнул. Какие-то племена остаются еще не евангелизированными. Някои племена още не са чули за Христос. Какие-то народы, целые народы противятся Духу Святому. Цели народи се противят. Срещу Святия Дух. Конкретно проклинают. Проклывают. Конкретно изгоняют. Изгонват. Конкретно избивают проповедников. Избивают проповедниците. В лучшем случае. В най-хубавия случай. В лучшем случае убивают. В лошия случай ги убиват. Сегодня самые страшные гонения происходят. И най-страшните гонения се случват. На людей, которые преисполнены Духа Святого. На хората, които са изпълнени със Святия Дух. И, в принципе, зная Писание, можно сказать, что так было всегда. Знаеки Писанието, можем да кажем, че така е било винаги. Пророков всегда убивали, правда? Пророците винаги са ги убивали. Так говорит наш Господь. Така казват нашия Господ. Иисус Христос. Иисус Христос. А картинки будут сегодня? Да. Хотим с картинками сегодня? Я люблю, когда картинки показывают с детства. А, ну это не то, первая картинка, она, это, кстати, манна небесная. Твоя небесная это манна. Она реально существует. Реально существует. Я сегодня прочту доказательства. Несколько, что прочту доказательства. Я хотел попросить другие картинки, которые вот показывают скинию Моисея, как раз скиния Завета. Скинията на Завет. Вот она вот так выглядела. Такая изглеждала. И как в прошлый раз я говорил о том, что был внешний двор. Като предния път казвах, че имаше външния двор. Был внутренний двор. Вътрешен двор. Который называется святое. Което се нарича свято. И есть за завесой. И зад завесата. За второй завесой. За втората завеса. Находится что? Какво се намира? Находится святая святых. Намира се през святото място. И вот что в этом святая святых находится? И какво има в това през святото място? Ковчег Завета. Ковчег на Завет. А что находится в Ковчеге Завета? Какво се намира в Ковчега на Завета? Ковчег Завета весь обшитый золотом, да? То е покрит със злато. Золотые херувимы стоят. Златные херувимы стоят над него. Просто крыльями. Осеняя просто. С крылата. А что в Ковчеге? А какво е този ковчег? Золотой сосуд с небесной манной. Златния съд с небесната манна. Второе. Второто. Посох, расцветший посох Аарона. Разцъфнал посох на Аарон. Абсолютно правильно. И третье. И третото. И скрижали, каменные скрижали, на которых сам Бог своим перстом написал заповеди. Бог написал 10 Божьи заповеди. 10 заповедей. Итак, мы имеем 3 наименования. Имаме 3 наименования, которые для нас верующих очень важны. Които за нас вярващите са много важни. И моя тема, она вообще о том, что это и сегодня нам важно. Моята тема е за това, че това е днес важно за нас. И то, что мы видим, это было всего лишь прообразом. Об этом я тоже читал места из Писания. И това, което виждаме, е било само прообраз. Прообразом того, что мы можем опять вновь обрести и обретаем. Прообраз на това, което можем пак да се върнем и което връщаме сега в нашем Господе Иисусе Христе. В нашия Господ Иисус Христос. В Ишуа Машех. В Ишуа Машех. Что мы себе возвращаем? Какво си възвръщаме? Давайте я все-таки прочту еще раз. Пак ще прочитам. То, что я в прошлый раз читал. Което четох миналия път. Это написано в послании к евреям. Пишет послание к евреям. В 9 главе. 9 глава. С 1 стиха. От 1 стих. На проекторе мы можем читать на болгарском языке. На проекторе читаем на болгарском. Я прочту на русском. Что прочту на русский. И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесой была скиния, называемая Святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали Завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, который приносится... в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенно приносящего, и который с явствами и питьями, с различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, 11 стих, но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершенной скинию, нерукотворную. Какая скиния? Нерукотворная. Бог не может приложить, человек не может к этой скинии приложить ничего. Это Божье творение абсолютно. Тази скиния Божье творение. То есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, которым Дух Святой, Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот это давайте мы попробуем запомнить. Некогда субитами да запомним това. Кольми паче кровь Христа, колкото повече кръвта на Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, който через вечния Дух принесе себе си без недостатък на Бога, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Можем сказать на это аминь? Можем ли да кажем аминь на това? Очень благословенное и помазанное место. Това благословено и помазано място. Здесь я могу просто привести параллельные места, просто чтобы вы дома, параллельные места 4 стиха. Могу да кажа параллельные места на 4 стих, где перечисляется то, что находилось в Ковчеге Завета. Където се изброяват нещата, намиращите се в Ковчега на Завет. И это подтверждается во многих местах Торы, Ветхого Завета. Това се подтверждало во много места на Стария Завет, во Тора. Книга Исход 16:33. Исход 16:33. Книга Чисел 17:10. Числа 17:10. Второзаконие 10 глава 1 стих. Второзаконие 10 глава 1 стих. Третье царство 8:9. Третье царство 8:9. Второй паралипоменон 5:10. Вторую летописи. Летописи на болгарский язык. 5 глава 10 стих. Скажите паралипоменон. Браво. Да. Потому что они все могут выговорить это слово, но мы можем, слава Богу, с Божьей помощью. И я начну сегодня, что есть золотой сосуд. И что говоришь, да, какой золотный сосуд? В которой находилась небесная манна. В който се намирала небесната манна. И Бог повелел ее туда положить. Бог сложил, заповедовал да я сложат. Я прочту такой факт. Ще прочета такой факт днес. Вы можете и сами это исследовать по Википедии. И сами можете го исследовать в Википедии. Да? Да, сейчас вот поставьте вот этот снимок с манной небесной. Это реальная манна. Това истинска манна. Я просто так, не все, потому что здесь очень много, какие-то факты. Что же касается знаменитой манны, то о ней имеется достоверная информация от ботаников. Има достоверная информация за небесната манна. от ботаники, да. К сведению читателей, каждый, кто интересуется манной, может найти ее в перечне экспорта Синайского полуострова. И всякий, който се интересует небесната манна, может да я намери в изброените... Перечень экспорта Синайского полуострова. Энциклопедия. В энциклопедии на Синайский полуостров. Это растение называется Тамарикс манифера. И твое растение се нарича Тамарикс манифера. Этот вопрос исследовали довольно длительное время. Долгое время исследовали този вопрос. И открыли, что такое растение, оно существует. И открыли, что существует това растение. И оно как бы дает как своего рода манну рано утром. И рано с утреннего то дава манна. Вот, и оно очень похоже на как что-то такое, похоже на попкорн с медом. Приличие на пуканки. И сегодня это тоже можно также, если вы приедете в арабские там страны какие-либо. Ако в арабские державы. Вас могут просто вот этим угостить. Могут да ви почерпят с това. Здесь вот написано, что в каждой деревне, повсюду в районе Синайских гор. Пишет, что во всякую селу в районе на Синайские планини. По-прежнему можно найти хлеб небесный. Все еще можно намерить небесный хлеб. Который монахи собирают, хранят и продают паломникам и чужестранцам. Който монахи и арабы собирают, пазят и продают на чужестранцев. Эти слова были написаны в 1483 году. И тези думи бяха написани през 1483 година. Брайтенбахом, деканом собора в Майнце. От Брайтенбах, декан на собора в Майнце. В его отчете о паломничестве на Синай. В неговия отчет за паломничество в Синай. Это самый небесный хлеб, продолжает он. Това е най-небесният хлеб, той продължава. Выпадает почти на рассвете. Той пада на изгрева. На изгрева. Подобно росе. Подобно на руса. И повисает шариками на траве. И като шарики. Като топченца започва да виси на тревата. Камнях и веточках. На камъните. Он сладкий, как мед. То есть сладок, като мед. И липнет к зубам. И залепва към зъбите. Мы купили его много. Много го купихме. И сами попробовали, да? И го опитаха сами. Такой вот интересный факт. Твой интересный факт? Ну, то есть манна небесная, она реально существует. Небесная манна наистина существует. Ну, мы читаем о том, что эта манна, она прямо падала с небес. И читаем, что манна и падала от небесата. И это реально Божье чудо. Това наистина Божье чудо. И этим хлебом небесным питался весь Израиль. И что за небесный хлеб сохранил целый Израиль? На протяжении 40 лет, пока они шли через пустыню. Продолжение на 40 години, когато са вървели в пустинята. И потом просто Бог через какое-то время это прекратил. И след определенного времени Бог спрял да изпраща мана. И вот я хочу открыть сегодня одно интересное место. Искам да отворя одно интересное место днес. Следующее место, которое хочу прочитать, оно написано в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея. 4 глава. 4 глава. Это тоже так, для размышления. Твое за размышление, размысел. Сегодня я также делюсь с трудом Ивана Каргеля. И днеска споделям труд на Иван Каргель. Это очень известный еврейский теолог. Твой известен еврейский теолог. 19 века. На 19 век. Но это также и мои исследования. Това също са и моите исследования. Которые я делал 27 лет тому назад. Които съм правил преди 27 години. И давал очень много учений по этой теме. И преподавах много учения. Но сегодня я хотел бы задавать больше вопросов. Но искам днес повече да задавам вопросы. И смотрите, как интересно написано. Как интересно написано. Ну, это знаменитая история искушения самого Господа Ишуа Машеха. История на искусяване на самия Господ. Искушение. И здесь написано, Евангелие от Матфея, 4 глава, с 3 стиха. Матфея, 4 глава, 3 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ». Кто он? Иисус Христос. Той е Иисус Христос. Написано, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Аминь. И смотрите, слова Иисуса Христа, они говорят о том, что... Думаете, Иисус Христос говорит за това? Ну, можно так сказать буквально о том, что Бог, конечно, давал ману небесную. Че Бог и давал небесную ману? Небесный хлеб. Небесный хлеб. Но настоящей пищей является. Но истинская храна. Вот которая может насытить мой дух. Която може да насищава духа ми. Твою и мою душу. Моята душа и твоята душа. Это только слово, исходящее из уст Божьих. Твое само слово, излизащо от устата на Бог. Это единственная пища, которая может дать человеку удовлетворение. Само тази храна може да удовлетвори човека. Никакая другая пища. Никаква друга храна. Ты никогда не сможешь ей до конца наесться. Никуда няма да можешь да се нахранишь до края. И будь удовлетворенным. И да будешь удовлетворен. Сравнить можно только с водой. Можем да сравнить това само с водата. Знаете, вот вода это что-то уникальное, правда? Водата това е нечто уникално. Вот по-настоящему напиться. Наистина да се напиешь. Насытить свое тело влагой. Да насытишь свое тело с влагой. Буквально утолить жажду. Да утолишь жажду. Можно только водой. Само со вода. Вы знаете, если ты находишься в пустыне. А если намираешься в пустыне. И умираешь от жажды. И умираешь от жажды. И тебе дать во время вот твоей жажды, алкани твоего. И по времени твоей жажды да тебе дадим. Да тебе, например. Бутылку кока-колы. Бутылка с кока-колы. Или концентрированный сок. Или някакъв сок. Или какой-то супчик. Или някаква супа. Как вы думаете, удалит ли это твою жажду? Дали това ще утоли жаждата. Когда ты долгое время, может быть, несколько суток не пил вообще ничего. Ако няколко денонощия не си пил нищо. Я хочу сказать, что произойдет. Ще ви кажа какво ще се случи. Ну, как доктор я могу сказать, что ты просто умрешь. Като лекар мога да кажа, че ти ще умреш. Просто это все вот так встанет в горле. Всичко това ще остане в горлото. Произойдет сильный спазм. Ще се получи спазм. От которого ты просто можешь реально задохнуться. От който човек може да се задуши. И просто все оно вот так скукожится. Вот так, и в горле, в и просто вот человек просто умирает в каких-то страшных муках. И человек умирал в страшном мучении. Я знал человека. Познавал человек. Который 40 дней. Който 40 дней. Не только не ел. Не само не се хранил. Это реальный факт. Твоя истинский факт. Может быть, он и по сей день живой, этот человек. Может быть, до сега и жив. Он 40 дней и не пил. 40 дней не пил вода. Я думал, как доктор, что такое просто невозможно. Че това е невозможно. И вы знаете, что он мне рассказывал? Какво той ми рассказываше? Вот 40 дней, через 40 дней. След 40 дней. Он уже не мог делать ничего. Той ничто не могъл да прави. Он просто лежал, как высохшая мумия. Той просто лежал, като изсъхнала мумия. Пришли родители, которые стучались в мою дверь. Дошли са родителите, които са чукали на вратата. Но уже никто не мог эту дверь открыть. Никой не могъл да отвори тази врата. И наконец они взяли и выломили эту дверь. Они поняли, что что-то случилось. Потому что этот человек долгое время не выходил на связь с родителями. Когда они выломили дверь и подошли к нему, они увидели, что это был уже труп. Просто высохшая мумия. Но его мама, она была медицинская сестра. И неговата майка была медицинская сестра. Она еле нащупала пульс. Тя едва усетила пульс. Вот так листочком проверила, что он еще дышит. И тя усети, че той диша. И вы знаете, он говорит, как они меня реанимировали. И как те са го реанимировали. Мама сказала, нужно дать ему немножко, буквально капельку. Трябва да му дадем капка. Чего? Какво? Воды. Капка вода. Только воды. Сам вода. И вот эта теплая капелька, буквально вот из кружечки, из ложечки чайной. От чайного лжица. Она капнула ему первую каплю в ротовую полость. И говорит, я почувствовал, как эта капля, она раздирает мне буквально вот так пищевод и где-то там растворяется. Потом вторая капля, она немножко опять еще чуть-чуть пробила. Третья капля. И то есть започваю, да усечь-то всякая капля. И всякая капля падает все по-долбоку. Пробилась в желудок. И последняя капка попадала вече в стомаха. После этого я опять потерял сознание. И после этого пак я изгубил сознание. Вот я раньше думал, что это невозможно. И преди мислех, че това е невъзможно. После этого случая я понял, что с Богом все возможно. Но след този случай разбираш, че всичко е възможно с Бог. Потому что этот человек, это был наш первый пастор. Защото този човек е бил беше нашия първия пастор. И, конечно, ну, просто этот человек был невероятный. И този човек беше невероятен. Он когда-то он постился, он вошел в пост. Но я могу так сказать, что он вошел в пост, это был больше пост отчаяния. Това беше пост на отчаяние. Потому что этот человек очень страшно упал. Оставил служение и уехал в Германию. То есть человек и падал. Я предполагаю, это, ну это мое предположение. Моето предположение. Я подумал, что он просто лег и решил просто умереть. Моето предположение, че просто искал да умре. А на другой день пришли его родители. Но на следващий день пришли родителите му. И ако родителите му не бяха дошли, он просто 40 дней лежал и ничего не ел и не пил. Как хотите это называйте, пост это или попытка к самоубийству, да? Ну, я бы не хотел это так называть, потому что это человек в отчаянии, просто вот так. Или я умру, или ты, Господь, что-то сделай со мной. И вот этот человек вернулся в служение потом. И след този пост, то есть я вернул к служению. Наши пути разошлись, я не могу сегодня сказать, что со мной. Я знаю, что когда мы уезжали из Казахстана, он нес служение пастора. Когато заминавахме от Казахстан, знам, че той е бил пастор. Я привел это как пример того, что только водой можно напиться. И това беше като пример, че само с вода можем да се напием. И только одним хлебом можно наесться. И само с един хлеб можем да се нахраним. По-настоящему наесться. Наистина да се нахраним. Вы знаете, вот когда я получаю, или кто-либо из вас получает откровение, кто-нибудь получает еще откровение? Вот я получаю откровение, и вы знаете, я наелся. Когато получавам откровение, имам чувство, че се нахраних. Я реально могу не кушать. Мога да не ям сегодня. Днеска. У меня тоже был 40-дневный пост. Също имах 40-дневен пост. Но я ел. Но аз ядох. Ой, я пил воду. А спих вода. Ел, я опять же я ел Слово Божье. А сохранил с Божьего Слова. Я думаю, что 40-дневный пост я выдержал только потому, что я ел, понимаете? И мисля, че издържах този пост, ел Слово Божие. Сохранил с Божьего Слова. Молился и получавах откровение. Я мог спокойно сидеть за столом, ну вот Наталья. Можех спокойно сидеть на масата. И меня не раздражало вот, запах еды. И спокойно соотносях к мереса на храна. Я получал настоящее наслаждение от запаха хлеба. И получавах наслаждение от мириса на хлеб. Я мог просто понюхать хлеб. Можех просто да го помириша. И наесться. И да се нахраня вече. Это просто меня насыщало. Това ме насищаше. Но больше всего меня насыщало откровение. Но най-много ме насищаше откровение. Поэтому 118 псалом это мой любимый псалом. И 118 псалом е най-любимият ми псалом. Потому что что там написано? Какво пише там? Практически весь этот самый длинный псалом. Това е най-дългия псалом. Он говорит: как хорошо мне иметь откровение о тебе. Как е хубаво да имам откровение. Как хорошо, когда для тебя Слово Божие открыто. Как хубаво, когато Божието Слово открыто при тебе. Писание для тебя не закрытая книга. Писанието не е закрита, затворена книга за теб. Что открываешь ты ее на любом месте и читаешь и понимаешь. На всяко място я отваряш и я разбираш. Почему понимаешь? За что я разбираш? Потому что лично Ишуа Машех, Иисус Христос, открывает ее. Силой Святого Духа. Я утворился сила на Святия Дух. Извини. Я просто Иисус и Ишуа вместе. А, да, да. И вот здесь вот Иисус Христос это повторяет. Иисус Христос го повторя. Он говорит о том, что не хлебом одним будет жить человек. И то оказывается не само с хлеб. И буквально я могу так сказать, что манна небесная, да? Могу докажать, что небесная манна. А для современной церкви? За современную церковь. Для современных верующих. Современных верующих. Это есть прообраз откровения. Твоя прообраз на откровение. То есть мы призваны этим питаться. Не мы призваны да сохраним состава. Это для нас небесная манна. Твоя за нас небесная манна. И я хотел сегодня провести два прообраза. Искам днес да кажа два прообраза. Вот мы видели сегодня Скинию Завета. Видяхме Скинията на Завета. Мы видели, что есть Святая святых. Видяхме, че има пресвятото място. Есть святое. Има свято място. Есть внешний двор. Има външен двор. И это прообраз. Твоя прообраз. Человека. На човек. В первую очередь человека вообще. Като цяло. Как человек устроен. Как человек е устроен. Как человек устроен? Как то я устроен? Ну, во-первых, он человек сотворен по образу и подобию Божию. Человек сотворен по Божье подобие и негови образ. У человека есть человеческий дух. Човек има човешкия дух. У человека есть душа. Човек има душа. И у человека есть тело. И човек има тяло. У Бога есть Божий дух. Бог има Божия дух. У Бога есть душа. Бог има душа. И так и написано про Иисуса Христа. Така пише за Иисус Христос. Что Он, Господь Бог, на подвиг души своей смотрел с довольством. Че той Господ Бог на подвиг на душата си гледал с удоволствие. У Иисуса Христа были чувства, правда? Иисус Христос имел чувства. Он все чувствовал. Той всичко е усещал. Он страдал по-настоящему. Той страдал наистина. У него были свои желания. Той имел свои собственные желания. Но он сказал так, что твоя воля да будет, не моя, но твоя да будет. Твоята воля, не моята. Он поставил Божью волю на первое место. Той поставил Божью волю на первое место. Свою волю, свои желания просто отодвинул. И свои желания, и свою волю просто и сложил на задний план. И, конечно, у Иисуса Христа есть разум. И Иисус Христос има разум. И он называется разум Христов. Разум Христов. Который и мы сегодня призваны иметь. Който сме призывани да имаме и ние. Так и написано, а мы имеем. Така пише, они имаме. Ум Христов. Ум Христов. Аминь или не аминь? Аминь. Я ничего не придумаю. Ничто не измислим. У Бога есть душа. Бог има душа. И у Бога есть все видимое и невидимое, то, что Он сотворил. Има всичко, което се вижда и което не се вижда. То есть есть Дух, есть Слово Божье, есть Бог Отец. Има Дух, Божие Слово и Бог Отец. То есть мы, люди, есть прообраз. И хората не сме прообраз. Но я спрошу у вас, из чего состоит дух человека? Ще ви питам, от какво состоит духа на човек? Я хочу сказать, что в протестантском направлении это целое учение. В протестанстве това е цяло направление. И практически каждый протестант призван это знать. И всякий протестант призыван да го знае. Из чего состоит дух человека? От какво состоит человеческий дух. Как вот тут тоже апостол Иоанн пишет, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Апостол Иоанн пишет, что никто не знает, какой его в человеку, освен человеческий дух. Ну, я опять же назову три. Ну, что вы кажете, три. И это глубокое теологическое исследование многих теологов. Глубокое теологическое исследование. Что стоит на первом месте? Какво стоит на первом месте? Общение с Богом. Общуване с Богом. Вот наш дух так сотворен. Наш дух такая сотворен. В нашем духе сокрыто. Наш дух. Свойство. Има свойство. Что оно изначально призвано для общения с Богом. Че предназначено за общение с Богом. Для общения с Духом Божьим. С Божьим дух. Вторая составляющая какая? Вторая составка какая? Это интуиция. Твоя интуиция там. Это чутье, чувствительность к Духу Святому. Чувствительность только святия дух. Сегодня мы призваны иметь и развивать чувствительность к Святому Духу. И днес мы призваны да имаме и да развиваме чувствительность к Святия Духу. И иметь водительство Духом Святым. И да се водим от Святия Дух. И что написано про верующих? И какво пише за вярващите? И все водимые Духом Святым. Всички, които са водени от Святия Дух. Суть сыны Божьи. Те са Божьи синове. То есть кто водится Духом Святым, тот Сын Божий. Който се води от Святия Дух, той е Божий Син. Кто не водится Духом Святым, тот, соответственно, не Сын Божий, просто творение. А само творение. Что мы призваны развивать? Ние сме призвани да развиваме. Так это развитие чувствительности к Духу Божьему. Да, чувствительность к Божьему Духу. И вот на первом месте это общение с Богом. На первом месте общение с Богом. На втором месте это интуиция, чувствительность к Духу Святому. На втором месте интуиция, чувствительность к Святому Духу. А на третьем месте что стоит? Какво стоит на третьем месте? Совесть. Совесть. Аминь. И вот мы сегодня об этом поговорим. И днес ще поговорим за това. Потому что, ну, это важнейшая тема. Това е най-важната тема. Я не знаю, что может быть важнее. Не знам какво може да е по-важно. В наш разум вложить истины Божьи. Когда вложим Божьей истине в наш разум. Чему мы предназначены? Как вот мы предназначение. Вот для меня, вы знаете, вот на самом деле второй прообраз это Церковь Божья вообще. И второй прообраз это на Божья Церковь. И вот в прошлый раз я уже об этом так вскользь упомянул. И минали под накратко вспоминах за това. О том, что были три апостола. Имало три апостоли. Которые почитались толпами. Които бяха като стълбове. Църкви Божии. В Божията църква. Кто эти апостоли? Кои са тези апостоли? Это руководитель Иерусалимской церкви, апостол Иаков. Апостол Иаков. Второй апостол кто? Второй апостол. Его называли в те времена Кифа. Кифа, го наричали в тези времена апостол Петър Симон. И третий апостол. Третья. Это был апостол Иоанн. Апостол Иоанн. Я просто раз проговорил о том, что вот эти три апостола, они являлись из себя как прообраз святая святых. И тези трима апостоли се явявали като прообрази на пресвятото място. В те времена, когда на них сошел Дух Святой. В тези времена, когато Святия Дух е дошъл. И через какое-то время они себя очень мощно проявили, эти три апостола. И тези трима апостоли се проявили много мощно. Они в те времена имели какой-то просто безукоризненный авторитет Божий. И в тези времена са имали Божий авторитет. К ним шли как во святая святых. И към тях са ходили като в пресвятото място. Кто вот из этих трех апостолов является прообразом общения с Богом? И кой от тези трима апостоли се явява като прообраз на общуване с Бог? Самого близкого общения с Богом. Иоанн. Апостол Иоанн. Твой апостол Иоанн. Вы сейчас получаете ответы не от человека. Дух Святой вам это открывает. Сега получавате отговори не от човек. Святия Дух го отваря за вас. И это приятно, правда? Това е приятно. Это радует самого Бога в том плане, Бог что сам се радва. Проповедник только говорит, а все уже отвечают. Проповедник сам говорит, а всички отговаривают. Я могу только как повторить, что вы имеете помазание, знаете все. Вы имеете помазание, знаете всичко. Моя задача только вас подвести вот к этим ответам. Моя задача само да ви. Конечно же, апостол Иоанн. Именно он лежал на груди у Иисуса Христа. А другие апостолы толкали его, говорят, спроси у него, спроси у него. И Иоанн тихо шепотом спрашивал у своего Господа Иисуса. Правда, прекрасная картина. Очень яркая. Второе. Это жезл Ааронов расцветший. И второе, това е Аароновия жезл. Кто-нибудь помнит историю? Потому что Сергей наверняка должен помнить. Вспомнились история. Брат Николай, который хорошо исследует именно Старый Завет. Почему расцветший жезл Аарона? Чего он вдруг расцвел? Вот. И я немножко так скажу, что жезл Аарона, он играл, конечно, очень колоссальную роль во время казни. Аароновия жезл имел голяма роль по времени на египетские наказания. Обязательно после того, как язви, по времени на египетские Бог произносил очередной суд. Когато Бог произносил суд. И говорил жезлу, говорил Аарону, простри свой жезл. И то оказывал на Аарон да. Простри, да. Протягни свой жезл. И, например, жезл коснулся реки. И тот же жезл докосва реката, например. И во что превратилась вода? Какво се превръща водата? Вода превратилась в кровь. И она стала просто негодна к тому, чтобы ее пить. Вече хората не са могли да я пият. Потом мухи, потом жабы. После вот эти 10 казней. Мухи и жаби. И потом Бог сказал, что я из среды вас поставлю одного первосвященника. И Бог сказал, что от вас ты поставишь один первосвященник. И этим первосвященником будет Аарон. И тот же первосвященник, что будет Аарон. Но что сделал Израиль? Ну как его направил Израиль? Да. Народ израильский возмутился. И то есть возмути народом. А почему Аарон? За что Аарон? Почему не выбрать из наших колен? За что няма да изберете от нашите колена? А давайте мы из каждого колена выберем самых способных. Нека от всякого коляна да изберем най-способните. Делаем мы так, ну просто демократически. Демократично. Демократию ведем. Да выведем демократия. Бог, мы с тобой не согласны. Бог, не сме согласны со степ. Мы вот так вот хотим. Така искаме. И вы знаете, Бог позволил. Бог и позволил. Бог сказал через Моисея. Бог каза через Моисей. Хорошо, соберите 12 жезлов. Соберите 12 жезли. Из каждого колена. От всяко коляно. И внесите эти жезлы и поставьте их перед Скинию, перед Ковчегом Завета. И поставите пред Ковчега на Завета. Моисей собрал этих 12 жезлов. Моисей собрал эти 12 жезли. Вошел во святая святых. Влязал в пресвятое место. И все сделал так, как Бог ему повелел. И направил так, как Бог ему заповедал. Поставил жезлы перед Ковчегом Завета. Сложил эти жезли пред Ковчегом. И что произошло на следующий день? Жезлы были подписаны. И те бяха подписани. На одном из жезлов было написано Аарон. На едине беше написано Аарон. Из колена Левия. От коляну на Левий. Левит. Левит. Рано утром. Рано сутринта. Его жезл. Неговия жезл. Понятно, что сухая палка. Суха пырочка. Этот жезл расцвел. Той расцвёл. На нем появились листья. На него появились листа. И даже этот жезл принес плоды. И тот жезл донесел плодове. И этим Бог показал о том, что, ну, пожалуйста. И с этого Бог и показал. Вы хотели знамения, вот вам знамение. Это знамение. Это было подтверждением того, что. Това беше подтверждение на това. Кого Бог избрал? Кой Бог избрал? Того Бог и поставил. Тот же Бог и поставил. Об этой истории вы можете прочитать в книге Исход 7 и 8 глава. За тази история можно прочитать в книге Исход 7 и 8 глава. И я хочу прочесть книга Чисел. Искам да прочитаю книгу на число. 17 глава. 17 глава. Тоже очень важно. Все, что и важно. С 1 стиха. Вот 1 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилем, возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников по колену 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его, имя Аарона напиши на жезле левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны им дать. И положили их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам, и кого я изберу, того жезл расцветет, и так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщат на вас. И сказал Моисей сынам Израилем, и дали ему все начальники их от каждого», ну и так далее. Вот это место я хотел просто в подтверждение, чтобы не быть голословным. И прообразом чего является расцветший жезл Аарона. И прообразно какого се явява расцветнул жезл на Аарон. И вот здесь я вот просто так подведу вас к тому, что жезл – это, во-первых, конечно, символ власти. Жезл твой символ на власти. То есть жезл, то есть практически все происходило по жезлу. Всичко се случило с този жезл. Воплощался какой-то Божий план. Някакъв план на Бог се воплотявал. У Моисея тоже был жезл. Да? Моисей също имал жезл. Которому он вот так простер на Красное море. Който така е простер. Протегнал над, да, Червеното море. И Красное море что сделало? И какво ли направило Червеното море? Оно просто разошлось вот так на две половины. Раздели на две половины. Кто имеет такую власть вообще? Кой има тази власт? Ну только Бог имеет такую власть. Само Бог. Но происходило это по жезлу. Но всичко това се случва через жезла. И я хотел бы так и подвести итог, что вы уже ответили, что жезл Ааронов – это был прообраз власти, который мы имеем во Святом Духе, прообраз водительства Духом Святым. Прообраз на това, че се водим от Святия Дух. Потому что когда ты водишься Святым Духом, когато се водим от Святия Дух, только тогда тебя начинает сопровождать буквально. Само тогава започва да бъде до теб. Всякие знамения и чудеса. Започва да бъде до теб всякакви знамения и чудеса. И книга Деяния этому подтверждение. И книгата на Деяния потвърждава това. Вот куда бы ни пошел будущий апостол Павел, където и да отиде апостол Павел, его везде сопровождали что? Знамения и чудеса. Винаги са били с него знаменията и чудесата. Человек, обладающий колоссальной властью. Човек имал доста власть. Он просто молился за больных. То есть я молил за болните. И они исцелялись от всех заболеваний, без исключения. Без исключения. Изгонял бесов. То есть изгонвал бесовете. И как он потом позже пишет, что это были верные признаки его апостольства. И това са били признаците на неговото апостолство. Того, что Бог его снарядил. За това, че Бог го е подготвил. И отправил. Аминь. И испратил. Вы знаете, второй человек, которого я хотел бы сегодня привести, и второй человек, за който искам да кажем, из вот этих трех апостолов. Вот эти три апостола. Апостол Иоанна мы уже сказали. За апостол Иоанн казахме, останаха още двама. Апостол Иаков. Апостол Яков. И апостол Петр. И апостол Петр. Ну вот из этих двух апостолов, как вы думаете? Кой от эти два апостоли соответствует вот этим описаниям? Соответственно тези описания. Невероятная власть на самом деле. Невероятная власть. Невероятное помазание. Невероятное помазание. Ну, можно так предположить, Петр. Можем да предположим, че Петр. Лично я думаю, что Иаков. Ну, а в смысле, че Иаков? Потому что у Иакова была большая власть. Иаков имел повече власть. Если вы помните в книге Деяния, когда шли постановления, которые апостол Павел должен был передать для язычников. Ако си спомните, че имаше постановления, които трябвало апостол Павел да ги предаде за язычниците. Да, через Павла. Через Павел. Стал Кифа и начал говорить. И Кифа и станал и започнул договорить. И говорит, что вот надлежит сделать то-то, то-то, то-то. Трябва да направим това, това, това. Он сказал свою речь. Той казал свою-то речь. А заключительную речь кто сказал? Кой казал завершившую речь. Это была завершающая речь. Завершившая речь. И она была определяющей. Тя была определяющая. То есть Иаков сказал последним, этим поставил жирную точку. Иаков и казал последними думи, и такая сложилась точка. Почему? За что? Потому что он был руководитель. Той и был руководитель. Он был главным из апостолов. Той был главным от апостолов. И у него была среди этих апостолов высшая власть. И среди этих апостолов имел высшая власть. Ну, когда мы проговорим дальше про третьего апостола, вы также сразу все поймете. И когато ще започнем да говорим за третий апостол, всичко ще разберете. Что является третьим предметом в Ковчеге Завета? Предмет. Это знаменитые каменные скрижали, которые Моисей получил на горе Синай, которые Бог написал своим перстом. Прообразом чего это является по Новому Завету уже? Прообразно, как вот вас являло в Новом Завете. Знаете, недавно я преподавал водное крещение. Наскоро сам преподавал водное крещение. Вы знаете, есть только одно требование. Има само едно изискване. Для крещаемых. За тези, които искат да. Для тех людей, которые приняли решение заключить завет, вечный завет с Богом. За тези хора, които са приели решение да сключат вечния завет с Бог. Представляете, всего лишь одно требование. Само едно изискване има. Бог только ожидает. Който Бог очаква от вас. Со своей стороны Бог сделал абсолютно все. От своей стороны Бог и направил всичко. То есть Бог обещает нас хранить и оберегать. Бог обещает да ни пази. Бог обещает нас благословлять. Той обещает да ни благословя. Бог обещает нас исцелять. Той обещает да ни исцелява. Бог обещает забрать наши проклятия и дать свое благословение. Да, той обещает да вземе нашите проклятия и да ни благослови. Много. И още много неща. А в ответ что? И как вот не требовано прямо от своей страны. Давайте я прочту это место, это написано. Прочту това место. В первом послании Петра. Первое послание на Петр. Петрово послание. Я уже иду к концу. 3 глава. 3 глава. С 21 стиха. От 21 стих. Так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плоской нечистоты, а мытие, но обещание Богу. Доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Аллилуйя. Что от нас ожидается? Какое соучаство от нас? Какое требование? Какое изискване? И вот здесь написано. И об этом пишет Петр. Затова пишет Петр. Не Иаков. Не Яков. И не Иоанн. Не Иоанн. И сейчас мы говорим о третьей составляющей духа нашего человека. Говорим за третью составку на наш дух. Это совесть. Твоя совесть. Но это не человеческая совесть. Значит, не человеческая совесть. Как у пророка Иеремии написано. Как пишет в пророк Иеремии. Лукаво сердце человеческое. Лукавое человеческое сердце. И крайне испорчено. И развалено. Кто его узнает? Кое-что его познает. Человек по своей душе уже настолько развращен. По своей душе человек вече толкова развратен. Крайне развращен. Прикалено развратен. Исправить эту ситуацию невозможно. И невозможно да поправим тази ситуация. Душу человека, испорченную душу, уже не изменишь. Разваленная человеческая душа вече не может да поменять. Поводу говорит. И Писание по този повод казва. Порочная совесть. Порочна съвест. То есть мы уже рождаемся во грехе. Не вече се раждаме в греха. В какой-то степени мы обречены на проклятие. И вече сме подложени на проклятие. Но слава Господу Богу, да. Но слава на нашего Господа. Вот апостол Павел, я не знаю, ну невероятно пишет по этому. И апостол Павел невероятно пишет за това. В 7 главе послания к римлянам. 7 глава на послание к римлянам. Про порочную совесть. За порочную совесть. Хочу делать злое. Искам да правя зли неща. Хочу делать доброе. Искам да правя добри неща. И не делаю. Обаче не ги правя. Не хочу делать злое. Не искам да правя зли неща. И делаю. Обаче ги правя. Посмотрите, как, что делает порочная совесть. Какво прави порочната съвест? Бедный, несчастный человек. Несчастен човек съм. Кто избавит меня от всего тела смерти? Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Потом что он добавляет? Благодарю Господом Богом Иисусом Христом. Благодарение на Господь Иисус Христос, сам свободен днес. Бог через Христа не пытается меня исправить. Через Христос Бог не се опитва да ме оправи. Во Христе мы что делаем? мы умираем. Во Христос ние умираме. Не пытайтесь себя исправить. Не се опитайте да поправите себе си. Это бесполезно. Това е безполезно. Просто се разпни с Христом. Просто трябва да се разпънеш. Умри во Христе. Заедно с Христос, с Христоса да умреш с Него. И се воскресни в Нем. И заедно с Него да воскреснеш. И стань абсолютно новым творением. И да станеш ново творение. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Древнее все прошло. Старо всичко е заминул. Отложил образ ветхого человека. И домахнул образом на старый человек. Он умер. Аминь. 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 И получил новую совесть. И получаешь новую совесть. И написано про эту совесть. Пише за тази совесть. 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 Омытая. Умита. Кровью Христа. Со скровта на Иисус Христос. И что надо нам делать с этой совестью? Доправим со стази совесть. Обещание Богу, я Богу делаю только одно обещание. И обещаю на Бог само одно нечто. Господь Бог. Господи. Я постараюсь. Аз ще се постарая. Не своей силой. Не со своей силой. Но силой Святого Духа. Но со силой на Святия Духа. Жить не по своей совести. Да живее не по своей совести. Но по той совести, которую ты омыл своей святой кровью. Тази совест, която си умил со своей святой кровью. Разбил мое каменное сердце. И си счупил моето каменно сердце. И вложил свое плотяное. И си сложил свое тут. На плотяных скрижалях моего сердца, так написано, я не придумываю. И на почките на моето сердце. Написал свои заповеди. Написал все свои заповеди. И сегодня я живу. И днес аз живея. По вот этой совести. По тази совесть. Совесть, которая добрая совесть. Тази совесть, която е добра. Каждое утро я встаю. Всякая сутринца се буждам. Ну, знаете, и здесь есть нюансы. И тука има нюансы. И Бог мне предлагает. И Бог мне предлага. Пойдем туда. Нека да отидем там. Пойдем сделаем это. Да направим това. Пойдем благовествовать. Да благовестваме. Пойдем молиться за больных. Некогда утидем, да се молим за болните. Пойдем молиться за бесноватых. Некогда се молим за тези, които имат бесове вътре в себе си. 2000 лет тому назад. Както преди 2000 години. Но я могу сказать Богу да. Аз мога да кажа да на Бог. И я могу сказать Богу нет. Но аз мога да кажа и не. Могу или нет? Мога ли? Могу. Да, мога. Написано, все позволительно тебе человек. Пише, че всичко позволително на човека. Но не все полезно. Но не всичко е полезно. Все позволительно тебе человек. Човек може да прави всичко. Но не все назидает. Но не всичко назидава. И наконец, все позволительно тебе всичко человек. Всичко е позволително. Но ничто не должно обладать там. Но ничто не трябва да те обладава. Аминь или не аминь? Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Итак, я подвожу итог. И сега подвеждаме итог. Прообразом совести. Прообраз на совести. По Новому Завету. По Новия Завет. По Первой Апостольской Церкви. По Первой Апостольской Церкви. Являлся апостол Петр. Се явява апостол Петр. Это был самый, он был непосредственно как ребенок. Той е бил като дете. Он всегда поступал по совести. То винаги поступал по совести. Он всегда был искренен. Винаги был искрен. Знаешь, даже когда он сказал: Господь, да я за тебя душу положу. И когато той казал на Бог: аз ще жертвам своята душа заради теб. Это было его искреннее желание. Твое было искреннее му желание. Но, знаете, это не так просто умереть. Но не е лесно да умреш. Первая попытка Петра, она провалилась. Первый опыт се провалил. Но в конечном итоге. Но в края. Петр все-таки умер. Петр умрял и умер за Христа. За Христос. И этим прославил Господа. И через това я прославил Господа своей смертью. Прославил Господь через свою смерть. Сказал: я недостоин быть распятым, как мой Господин. Той е казал: не съм достоин да бъда разпънат като Христос. Распните меня кверх ногами. Распните ме с главата надолу. Все-таки отдал свою жизнь, правда? То есть жертвовал свой живот. Писание говорит: нет больше любви, как если кто душу свою отдаст за других. Писание пише, че няма повече любов, от която да жертваш своята душа за някой. Поэтому я называю апостола Петра. И затова наричам апостол Петър апостолом совести. Апостол на съвестта. Это тот апостол, который пишет про совесть. Това е този апостол, който пише за съвестта. Мы дали Богу обещание. Ние обещахме на Бог. Жить по совести. Да живеем по съвестта. Омыта драгоценной кровью Иисуса Христа. Която е омита с скъпоценната кръв на Иисус Христос. И вот сейчас я вот приведу вот этот пример опять. Он идет параллельной линии, которую я уже прочитал. Но сейчас прочту полностью, что там звучит. Евангелие от Матфея в 4 главе с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. И вы увидите очень четкую картину. И что видите много ясная картина. Это будет подведением итогов. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, посевший 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, первый предмет. Первый предмет. Небесная манна. Небесная манна. Он же сказал ему в ответ, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой своей». 7 стих. Иисус сказал ему: написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот этот третий аспект, который я закончил, я скажу так, что третий аспект, он подтверждает. Третий аспект подтверждал. На самом деле сущность левитства. Сущность, да? Левитство. А, на левитство ту. Если ты хочешь стать левитом, станешь левит. Кто такой левит? Кой левит? Это служитель Божий. Твоя Божья служитель. Это избранное колено. Избранное коляну. Вот все колена трудятся, работают. Всичките колена се трудят и работят. Одно колено было призвано для чего? Но одно коляно было призвано за какво? Служить Богу. Да служи на Бог. Они не имели права работать. Те не са имали право да работят. Это полное посвящение себя Богу. Те наполню се посвещавали на Бога. Это и власть. И все, что имели власть. Здесь Иисус Христос говорит про, знаете, принцип власти. Иисус Христос сказывает за принципите на власть. Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Поклоняйся на твой Бог и саму на него служи. Вы знаете, когда приходит власть? Кога идва власть? Когда ты становишься. Кога ты ставишь. Посвященным. Посвятен. Рабом. Раб. Всемогущего Бога. На всемогущего Бога. Можешь сказать на это аминь? Можете ли сказать аминь? Когда ты входишь в послушание. Когда ты влезешь в послушание. Когда ты начинаешь водиться Святым Духом. Когда ты започнешь да водишь от Святия Духа. Это я говорил про Иакова. Това говорих за Яков. И вот мы переходим ко второму аспекту. И второй аспект. И в подтверждение хочу открыть последнее место сегодня. Подтверждение искам да отворя последнее место. И это написано в книге Второзакония. Книга Второзакония. 6 глава. 6 глава. 16 стиха. От 16 стих. Книга Второзакония. И я прочту. И это написано в законе Божьем. Това пише в Божий закон. «Не искушайте Господа Бога вашего», то есть те слова, которые Иисус Христос сказал сатане. Тези думи, които Иисус оказывал на сатана. «Как вы искушали его в массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы его, и постановления, которые он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, дабы ты вошел и овладел доброй землею, которую Господь с клятвой обещал отцам вашим. Чтобы он прогнал всех врагов ваших от лица твоего, как говорит Господь. Если спросит у тебя сын твой последующее время, говоря: что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш? То скажи сыну твоему: рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкой и мышцей высокой. И вел Господь Бог знамения чудеса великие казни над Египтом, над фараоном, и над всем домом его, и над войском его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в чем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди закона пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам». Аминь. И знаете, это прообраз как раз-таки совести. Твоя прообраз на совести. По Ветхому Завету. По Старому Завету. Наша совесть была прописана на вот этих каменных скрижалях. И наша совесть была написана на каменной почи. То есть Израиль буквально, если задавался такими вопросами. Израиль все питал. Господь, а как нам правильно поступить по совести? Господи, как правильно да поступим по совести? То ответ был простой. И отговор был прост. Я дал вам закон. Аз ви дадох закон. Я дал вам постановление. Постановление. Их исполняете и будете жить. Исполняете и ще живеете. Чем является по Новому Завету этот прообраз? И по Новому Завету какво се явява този прообраз? Бог дал нам новое сердце. Бог не дал новое сердце. Дал новую совесть. Новата съвест. Омытую кровью Иисуса Христа. Която умита с кръвта на Иисус. Живите по совести. Живейте по совести. Вот по вот этой совести. По тази съвест. И вы не будете иметь проблем. И няма да имате проблеми. И Бог вам даст жизнь. И жизнь с избытком. И Бог тебе даде живот с избытком. Знаете, это мое личное свидетельство. Твое личное свидетельство. Знаете, я из тех верующих, которые веровали в 90-х. А сам от унези верующих, которые саповярвали вот през 90-те години. Но это правда моей жизни. Твоя истина на мой живот. Это и правда моей жены. Твоя истина на моя жена. Мы просто полностью. Не на полную. Полностью без остатка. Изцяло. Просто отдали и посвятили свою жизнь Богу. Посвятих мы свою жизнь Богу. Вот так, как мы его понимали на тот момент. И така разбирах мы. Мы были младенцами. Бях мы младенци. И мы просто сказали: Господь. Не казахме Господи. Мы не знаем. Не знаем. Но ты знаешь. Но ты знаешь. Наши жизни были совершенно бессмысленны. Бяха бессмысленны. Когда я пришел в церковь, я был на грани самоубийства. Бях на косом. И меня пригласили. И мы поканиха на церковь. Я задал себе вопрос. Я себе зададух вопрос. Что я потеряю? Какво ще изгубя? Если я оставлю этот мир? Ако изоставя този мир? И приду к Богу? И ще дойда при Бог? И знаете, пришел очень четкий ответ. Я получих много ясен отговор. Я ничего не потеряю. Ничто няма да изгубя. Кроме своих собственных цепей. Освен своите собственные окови. Я был страшным рабом греха. Бях страшен раб на греха. Единственное, что я потерял. Единственное, което загубих. Это свое рабство. Твое моето рабство. И когда я получил вот это откровение. И когда ты получил твое откровение. Я с радостью прибежал в церковь. С радостью. Я хочу сказать секрет сегодня успешного брака. И тайна на успешный брак. На самом деле я пережил очень страшную такую личную травму. Преживях страшная личная травма. Перед уверованием. Приди да повярвам. Я был влюблен. Бях влюблен. Я писал много романсов, стихов. И писах много стихов. Под балконом пел там серенады. Бях перед террасе. Я был готов ради этой девушки. Бях готов заради твам ничи. Просто отдать свою жизнь и свое сердце. Просто да жертвам свое живот и свое сердце. И мое сердце было разбито. И мое сердце беше разбито. Я просто пришел к Богу. Я дойдох при Бог. И сказал Богу: мне больше теперь ничего не надо. И я сказал, что вече ничто не ми трябва. Возьми мою жизнь. Вземи мой живот. Потому что в этом мире она никому не нужна. За что-то в този свят никому не се нуждает мой живот. И вы знаете. Происходит одна такая параллелка, да? Если случва... Примерно то же самое происходит с моей будущей женой. И параллельно с моей события в животе на моей жене случается подобное событие. Страшную трагедию в своей жизни. Я проживала страшную трагедию в свой живот. Тоже с суицидальными мыслями. Не было? Это моя проекция наложилась. Извиняюсь. Я так хотел, чтобы ты тоже так был, как и я. Но в любом случае ты, Наташа, точно сказала, что мне больше никто не нужен. И моя супруга точно оказывала, что никуда не треба. И всем мне нужен только Бог. И я сам уже сам от Бога. Вот и потом мы встретились. И не со встречных мы. И в какой-то момент я получаю откровение. И в какой-то момент получаем откровение. Вот эта девушка станет твоей женой. Два мужчины будет твоя жена. Через какое-то время она получает откровение. Вот этот. И след времени я получала откровение. Мальчик красивый станет твоим мужем. Два красивых мужчины будет твой муж. И скромный, очень скромный. Много скромных мужчин. У меня только два недостатка остались. Это красота и скромность. И вам самые два недостатка, красота и скромность. И вот мы сошлись. И не... Я хочу сказать секрет нашего успешного брака. И тайна на наш успешный брак. Я скажу так, что если бы я женился в Господе, и в своей жене не чаял бы вообще своего сердца, и ако бях много доволен своей женой, полностью был влюблен в нее, бях изцяло влюблен в нее, всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумением, только о ней бы и думал, всей своей крепостью. Вы знаете, наш бы брак долго бы не продержался. И наш брак не би издержал долго. Потому что то, что я сейчас перечислил, это идолопоклонство. За что-то твое какое-то прибруих, я поставил вместо Бога жену. Тогава бих сложил жената. А в нашем браке есть скрепляющая, ну, это не то, что там нить, это трос из титана. В нашем браке има като Вы же ногу здраву. У обоих на первом месте стоит Иисус Христос. И при двамата Иисус Христос на первом месте. Мы всем сердцем прилеплены к Нему. И с целого сердца мы прилеплены к Нему. А потом уже любим друг друга. И вече след това обичаме един друг. Я думаю, что это секрет нашего прочного брака. И мисля, че това е тайната на успешен брак. В этом году нашему браку будет в сентябре месяце ровно 30 лет. В сентябре ще се исполнят 30 години от нашия брак. В народе говорят, это жемчужная свадьба. Това е перлина свадьба. Поэтому дарите только жемчуг. Затова не подарявайте само перлина. Мне не надо, мне не надо. На мен не ми трябва. Да, я шучу, конечно. Все, я сегодня закончил. Аз приключих. Итак, мы перечислили, из чего состоит Первоапостольская церковь. И сегодня я коснулся только одного раздела. Это Святое святых. На следующее воскресенье мы будем разбирать. Сразу мы в это служение введем и святой, и внешний двор. И самое главное, чьим прообразом является это по Новому Завету. Если вы мне скажете, что эта тема вам не интересна, я не буду об этом говорить. Просто подойдите после служения, скажите, пастор, завязывай, ну больше не хотим вообще ничего слышать. Особенно про совесть, да. Особенно за совесть. И так это совесть, она гложет нас день и ночь. А тут еще кто-то. Слава нашему Богу, давайте мы коротко помолимся, поблагодарим, если кто-то получил откровение сегодня. Значит, я исполнил свою миссию сегодня. Значит, сам исполнил свою миссию. Благодарим Тебя за Божье Слово. Благодарим Тебя, Боже, за Твое Божье Слово. Благодарим Тебя за Божье присутствие. За Божье присутствие. За силу Святого Духа и помазания, которое сегодня здесь действовало могущественно. И открывала каждому лично. И на всякие личную и утварил. Молились во имя Иисуса Христа. Молимся во имя на Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Я хочу пригласить мою супругу. Она сейчас будет рассказывать обо мне. Скромность, второе счастье. Да, муж мне всегда мало времени отдает. Мой муж винаги мне давал малку времени. Вы знаете, ночью Бог меня поднял. Произно, что Бог мы с будем. Вот, и сказал говорить о десятине. И мне кажется, договоря за десятину. Мы пастора не любим говорить о десятине. Не, не обычаем договорим. Потому что люди думают, вот опять про деньги. За что-то ходят и мыслят, это так говорят. Бог обличил и сказал, хочешь, чтобы люди преуспевали, говори о десятине. И Бог мне казал, ако искаш хората да преуспяват, говори за десятка. Через десятину Бог нас вывел из больших долгов. И через десятка Бог не извел от големите долгов. Сверхъестественно. Сверхъестественно. Ну потому что мы работали естественно. За что-то не работих мы? Но Бог начал на работе делать сверхъестественные вещи. Но Бог на работе започнул больше сверхъестественных штамм. За год рассчитались долгами, которые копились в течение 2 лет у нас. И за одна година не платихме всички дългове, които им се натрупаха през много години. Да, знаете, вот пастор говорил о левитах. Пастор говорил за левити. Из колена Ааронова было одно из 12 колен. Из колена левитов, да. Одно из 12 колена, да. Они не работали. Они просто служили в храме. Весь Израиль работал. Целый Израиль работал. И приносил десятину. И доносил десятину. За счет чего проходили служения в храме. И за тези пари сопровождали служения вот этих вот левитов. И семейството на тези левити соживели на тези пари. И Моисей дал постановление четкое, отделяй десятину. И Моисей давал заповедь, да отделять една десятая часть. За левитите, ну, да можем сказать, мы живем не по закону. И можем докажем, что не живем не по закону. Наш отец веры – это Авраам. Наш отец на веру – это Авраам. Но я хочу сейчас рассказать одну историю про Авраама. Мы искам да расскажем одна история за Авраам. Он одержал победу. Той удержал победу. Идет с таким, как победитель у него там, ну, знаете, как раньше победители, да. Как преди победители это собирали. Там и скот, и золото, ну, много чего. Золото, с различными скопоценностями. Его написано встречает царь Салима. И Господь среща царь Салим. Особенность царя, знаете, в чем была? Какая была особенность на този царь? Что он параллельно был первосвященником. Той параллельно был первосвященник. И что делает Авраам? И какого правил Авраам? Он говорит, я 10-ю часть со всего, что добыл, со всей добычи. 10-я часть, от которой поэтому приношу тебе Салим, царь Салима. Его звали Мелхиседек. Как первосвященнику, как священнику, как священнику Бога живого. Кто у нас Иисус Христос? Евреям написано: Иисус Христос первосвященник по чину Мелхиседека. Первосвященник по чину на Мелхиседек. Знаете, что Иисус Христос, он выполнил? Иисус Христос. На табличке, когда он его пригвоздили, написано было «Царь». Когато са го разпънали, на табличка било написано «Цар иудейски». Еще он был первосвященником. Той бил первосвященник. Знаете, Бог меня поднял сегодня, Бог и у меня побуждение было. Мы получаем, у нас есть подсчет наших финансов, десятин. Имаме учет на нашите финанси. Мы не влезаем туда, это не моя тема. Аз не ги гледам, има хора, които се занимават с това. И у меня побуждение посчитай десятину. И аз имах... По месяцам примерно сколько? Треба да преброять десятка. Я считаю десятину. И започнем доброя. И понимаю, что наши с мужем десятины составляют половину десятин. И разберем, че наша десятая часть с мужем, твоя половина-то от сички. Знаете, от цели десяток. Написано, Авраам одержал победу. Пишет, че Авраам получил победу. Его вышел, встретил первосвященник и царь Салима. Царь на Салим. Что такое победа? Какая победа? Знаете, на каком поле встретил его? Это поле называется поле царей. Твое поле на царове. Кто такие победители? Куиса победители ты. Давайте, ну кто занимался, кто спортом занимался, или там, ну. Дрался. Я такая была, я драться полюбила. Който се борил, аз много се обичах да се боря. Я че я не пацан там. И аз преди мислех, защо не съм момче, бих могла да се сбия просто. А по спорту меня, по всем видам спорта меня отправляли на соревнования. И по всички видове на спорт ме изпращаха на... Даже по шахматам. Я поэтому терпеть не могу теперь шахматы, меня там победили. И дори в шаха също ме изпращали. И муж говорит, давай в шахматы поиграем. Я говорю, не-не-не, шахматы я не люблю. Какие качества победителя? Какие качества ему победитель? Я недавно, я учусь сейчас по систематизации бизнеса, прохожу обучение. Систематизация на бизнес. Ну, я привыкла учиться, я быстро иду, так мне говорят, о, классно, вы так быстро идете. Пока я не дошла до финансов, у меня нет ни экономического, ни бухгалтерского образования. У меня есть личный коуч, и он говорит, Наталья, вы где? И имам личный коуч. Наталья, где ваше домашнее задание? Когда вы ваши домашние работы? Я ему пишу, я просто до финансов дошла. Я сказала, просто стигнула до финансов, ты сотрудничаешь. И все такое. И там таблицы, я один оттягиваю, второй я оттягиваю, третий. Прокрастинируем. Потом в субботу вечером я говорю, пока не выполню домашнее задание, я не встану. Я села в 7 вечера, в 2 часа я его закончила. Я его отправила. И у меня такая радость. И бях толкова радостно. Потому что я победитель. За что-то сам победитель. Понимаете, да? Победа достается нам определенными усилиями. И получал им победу через определенные усилия. Авраам одержал победу. И получил победу. Апостол Павел говорит, мы бежим, как на ристалище все. Ристалище – это стадион, где состязуются бегуны. Кто-нибудь бегал когда-нибудь, нет? Някуда ли бегал? Бегали. Кто стартер? Стартер, да? Спринтер, да, спринтер. Я тоже. Кой се занимался спринтовым? Кто марафонец? Кой бегал маратони? Так сразу видно, кто спортом занимался, да. Я не люблю марафоны. Аз не обичам маратони. Но в нашей жизни мы должны быть и спринтерами, и марафонистами. Но в нашей животе трябва да можем да бягаме спринтове и маратони. На работе, в служении, еще где-то. И още на всякое. Вы знаете, мы когда уехали, мы поставили церковь в Казахстане. Когато поставихме церковь в Казахстане, поставили пастора, рукоположили. И мы сказали, мы год и переехали в Болгарию. И се преместихме в Болгарию. Ни работы, ни жилья. И мы сказали пастору, мы будем выплачивать тебе зарплату в течение года, пока ты здесь не освоишься. В Казахстане. И мы ему в течение года выплачивали зарплату. Я вам скажу, вообще-то церковь выплачивает миссионерам зарплату хотя бы в течение года, да? Когда церковь отправляет миссионеров, она ему хотя бы в течение года дает жизнь, чтобы он мог адаптироваться в новом. Я хочу призвать. Вы знаете, Бог, пока мы сидим, мы пришли в церковь, здесь стали приходить кондиционеры, все так классно, все приятненько. Чем больше мы создаем условий приятненьких, тем наша плоть более и более к этому привыкает. Дорогие, я хочу, чтобы Иисус, я верю, хочет, чтобы каждый был победителем. Пастор привел место из Писания на подвиг души своей, смотрел он с довольством. Вы знаете, когда мы одерживаем победы, дорогие, мы сами радуемся. Кто давно не испытывал радости? А кто давно не был на бегунской дорожке? Я имею в виду не в буквальном смысле. Да? Я имею в виду, кто давно плоть свою не устращал. Знаете, у нас женщины одни в Казахстане приходили на служение, на первом ряду, где-то посередине проповеди они засыпали. А вы знаете, они из сел вставали в 5 утра, доили коров, шли, если хорошо, то попутки их останавливали, если нет, они шли сколько там, километров, много, прилично, до остановки, которая шла в город. Приезжали в город, продавали молоко и приходили на собрание. Они платили цену определенную за то, чтобы прийти. Ну, естественно, там, если их уже к обеду начинала кумарить, но человек заплатил определенную жертву. Вы знаете, мы так привыкаем к удобствам. Мы так хотим, мы моем полы, мы моем площадку, чтобы человек пришел, все было классно, кондиционер. Дорогие, Иисус хочет, чтобы вы были победителями. Победитель платит цену. Вы видели первые места, кто занимает, да, на Олимпиаде? Ему вручают, что у него слезы. Слезы, потому что за этим стоит труд. Знаете, вчера ко мне подошла женщина, и она говорит: Наташа, возьми меня на работу к себе. Наташа, возьми меня на работу. Я говорю: нет, не возьму. Почему? Я говорю: у меня есть условия, по которым мы берем на работу. Какие? Я говорю: ну, я беру молодых и верующих. Она говорит: слушай, ну мы уже подруги столько лет, возьми меня на работу. Я говорю: знаешь, если я возьму тебя на работу, то мы перестанем быть подругами. Она говорит: ну вы так классно поднимаетесь. Я говорю: а знаешь, с чего мы начали? Мы примерно 20 лет назад приехали отдыхать. Мы с Казахстана на поезде доехали до Москвы. Нам сказали, что билеты туда и обратно, до Варны и обратно, стоят $100. Я в Москву приезжаю в турфирму эту, а мне говорят: вы знаете, билеты стоят $100 за 2 недели, вы хотите на 2 месяца приехать? Ну, потому что у меня здесь мама жила. Это будет в 3 раза дороже. И мы все деньги, которые у нас были, на эти деньги мы покупаем билеты. Мне даже не хватило, я умудрилась там еще массажер в Москве продать. И мы приезжаем сюда вообще без денег. Муж мамы встречает нам, намекает. Говорит: знаете, у меня у дочери свадьба, так что вы особо не рассчитывайте. Нас 4 человек. И муж маму говорит: а есть тут, можете собрать женщин на пляже утром? Я им покажу гимнастику. Мама такая: ну, собирает группу, он: я вам покажу гимнастику, как поддерживать свой позвоночник. Да? Мы не ждем ни от кого, верующие, подачек. что с неба будет что-то нам капать. И он говорит, знаете, я массажи делаю. А на тот момент он был заведующий наркоотделения. И ну, то есть он занимался алко-наркозависимыми. Он подумал, что я могу, как могу заработать, когда не знаю языка. Он вспомнил, что он тренер и может делать массажи. И он говорит, я принимаю здесь, массажи делаю. И вы знаете, пришла одна женщина с защемленным нервом, и он сделал ей манипуляцию. Он говорит, я знаю, что это от Бога, не могла боль пройти моментально. Она встала и говорит, боли нет. Она привела тут пол-варны ему. Короче, отдых закончился, он с утра до вечера только работал. А есть еще предыстория, я молилась за то, чтобы Бог... Дай моему мужу хороший заработок, потому что у меня бизнес развивается, а он как врач, ну, копейки получает. Я на библейке об этом рассказывала, и мне Бог говорит, называй цифру. И Бог наказывавший, когда ты молишь за мужами, да ему кажет цифра там. Я так растерялась, я говорю, так как бы не прогадать, Бог. И я забочила, когда мысли, какая цифра докажет, какая сумма. Чтобы и не мало, и ну и не много. Да не малку, да не много. В общем, я назвала сумму. Я сказала сумму. А Геннадий, когда здесь принимал деньги за массаж, я же не разбираюсь в этих влевах. Вот я складываю, ну, я считаю, десятину откладываю, и когда мы посчитали в конце, он ужаснулся. Я никогда таких денег не зарабатывал. Потому что мозги не ограничивали, валюта незнакомая. Понимаете, да? Я как врач не могу заработать больше такой-то суммы. За что ты имеешь ограничения, что лекарь не могут получить повыше определенной суммы пари? И знаете, Бог проложил нам путь сюда. И Бог не направил путь тук. Я этой женщине вчера говорю. И Натасе жена вчера казывала. Пока у тебя не будет вообще вот ноль по финансам. Вот лично ты не сдвинешься вообще с места. Я говорю, я как подруга твоя, я тебя могу взять, ну как наставник. Ты у меня будешь читать литературу по финансам, ты будешь выполнять практику определенную, будем молиться с тобой. Но ты будешь выполнять определенные функции. А я буду как наставник. Я свою функцию как подруга выполню. Хочешь? И в ответ тишина. Поэтому, дорогие мои, я хочу вас вдохновить. Мы с мужем молились так. Нам нужно здание. Чтобы это знание получить, десятина должна быть такая-то. Господь, сделай нам такой достаток, чтобы мы могли вот такую десятину приносить в церковь. Понимаете, да? Не дай мне денег на то. Не дай пари на унува. И вы знаете, и слава Богу, что уже приходят люди мирские. Год назад уже приезжает одна с Австралии. Что-то мне не нравится в Австралии. Я говорю, ты 5-6 лет назад так хотела в Австралию. Мне не нравится. Вот если бы вот у меня была работа, вот как у вас. Я говорю, ты у нас и 2 дня не продержишься. Я сказала, мне надо издержишь дури 2 дня. Знаете, ну, когда на нас смотрят, да, ну, кажется, так хорошо живут, да? Но, ребята, мы просто привыкли жить, бежать, как Павел говорит, как бегуны на стадионе, да. Когда-то нужно дать хороший старт, иногда нужно просто так на марафоне, плоть свою усмирять, волю свою в кулак. А есть моменты, где просто идешь на доверие в Боге, просто как по воде. Знаете, сколько мы видели, приходили в церковь, переезжали в Болгарию. се преместят в България. С финансами? С финансите. Ну, как только финансы заканчивались... Тогава, когато финансите свършват, ну все, мы поехали обратно. Хората казват, не, отиваме назад. Я говорю, да, это только старт. Я сказал, вот сейчас все пойдет только. Сейчас ты только шевелиться начнешь. Ты сега само ще започнеш да се движиш. Но, к сожалению, люди уходили. Но, к сожалению, хората се заминавали. Знаете, почему десятина – это доверие Богу. Защо десятка това е доверие на Бог? Потому что это моя кровь. Защото това е моята кръв и плод. И когда я прихожу и говорю, Господь, я доверяю, и Бог, что оставшиеся 90% не хватит на то, чтобы жить, благословлять, да принимать странников, да кормить, да еще приносить приношения и пожертвования. И это акт веры. Когда я говорю, Бог, я верю, что Ты есть, но у меня нет веры отдать Ему десятины, это вера в какого-то непонятного, несуществующего Бога. И ладно, давайте помолимся. Я хочу, чтобы у вас поднялась вера. Я понимаю, я год или даже больше не могла приносить десятину. Я говорила, у меня такой, маленький достаток. Нам самим не хватает. Как, если я отдам, на что я буду жить? Но это не доверие Бога. Это Бог хочет, чтобы мы вошли в сферу сверхъестественного. Сферу сверхъестественного мы входим через десятину. И через десятка. Давайте мы помолимся. Кто принес десятину, кто не принес, у кого нет возможности, просто представьте, что вы держите десятину. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за весь тот путь, который мы прошли с моим мужем. За время, Господь, когда мы реально голодали, но в последний момент к нам стучались в дверь и приносили пакет с едой. Я благодарю Тебя, что я научилась варить супы из одуванчиков, из крапивы, потому что ничего не было. Я благодарю Тебя, Господь, что когда я последнее готовила, я благодарила за то, что у меня есть. И также я благодарю Тебя за то, что сегодня ко мне приходят люди и говорят, мы хотим у вас работать. Но я всю славу отдаю Тебе, Господь. И я сейчас молюсь за тех людей, Господь, у которых, может быть, не хватает веры принести десятину. Я молю за тех людей, у которых нет возможности сейчас, Господь, зарабатывать и приносить десятину. Я верю, что Ты хочешь, что это благое дело. Потому что Мелхиседек, он был и царем, и священником. И Иисус Христос, написано, он первосвященник по чину Мелхиседека. И сегодня мы можем выполнять роль царей, мы можем приносить достаток, мы можем приносить рабочие места. И мы также можем выполнять одновременно и роль священника. Мы можем светить в наших семьях, мы можем быть священниками в церкви, мы можем обучать, мы можем наставлять, мы можем славить Господа, проповедовать. И я благодарю Тебя, Господь, за эту церковь. И я верю, что здесь сидят особенные люди, которые... Ты хочешь видеть царями и священниками. И так написано в Откровении, что Ты поставил нас царями и священниками. Давайте скажем, царями и священниками Бога живого. Давайте еще раз скажем, прям с верой. Царями и священниками Бога живого. Я буду приносить финансы и благословение в жизни людей. Я буду приносить... и благословение в жизни людей. И я буду служить им как священник. И я буду служить им как священник. Еще в окончании я хочу сказать, пастор Абай, да, он был у нас. Вы знаете, он написал благодарственное письмо, и он потом пишет, я, говорит, как будто бы 2 недели у вас был в раю, но я вернулся на землю. Вы знаете, вот мы по воскресеньям мы поем, тут мы такие, аллилуйя, мы в раю, понедельник начинается, алло, да, нужно войти, счета, да, но это наша жизнь, дорогие. Поэтому давайте мы будем помнить, что Бог, Он может нас благословить на любом месте. И мы как церковь, вы знаете, мы когда переехали сюда, мы с мужем сказали, мы будем благословением для служителей, мы будем приглашать служителей чтобы они могли здесь пожить, побыть на море, послужить в церкви. Мы первых людей принимали за свой счет. Дорогу оплачивали, кормили их за счет семьи. Вот Абай приехал первый, которому мы от церкви оплатили дорогу, мы от семьи его кормили. Но я хочу сказать, что это благое дело, в котором участвуете вы все. Аминь? Аминь. Кто у нас...